Пока нет. Да нет, я не знаю.
Как твой талант? Я посмотрел себе все. Мы всегда расскажем. Молодец. Подписывайтесь.
есть много разных поколений. А, конечно, это природа. Все замечательно. Спасибо. Все подряд. Так получится, да? Да. Выставка. Чудесный день, ясный солнечный вечер. Выставка с таким поэтическим названием «Палитра художника. Семён Кожин. История и современность». Позвольте предоставить слово директору Московского государственного объединенного музея-заповедника Сергею Ильичу Худякову. Добрый день, дорогие друзья. Хочу сказать, что мы, я имею в виду научный коллектив музея, всегда с опаской представляем наше помещение современным художникам. Понятно почему. Музей исторический, царская усадьба, один из крупнейших исторических музеев не только Москвы, но и России, связан корнями своими с родом Романовых.
И вот в этой ситуации сочетать подлинные памятники, а их у нас только памятников архитектуры 32, не говоря о движимых, так сказать, объектах и уникальных произведениях, которые входят в музейный фонд Российской Федерации, сочетать современное искусство, современную живопись вот с уникальными произведениями искусства 16-го. Но здесь мы пошли по другому пути, смело предоставили наше выставочное экспозиционное пространство современному художнику и, смею сказать, не жалеем об этом. Действительно, Семен Кожин, который вот рядом со мной и перед вами, человек не просто очень талантливый, а человек, получивший замечательное классическое образование, что сегодня не все художники, чем сегодня не все художники могут похвастаться. Представитель современной реалистической классической школы, который демонстрирует образцы высокого искусства. И думаю, что именно в этом прелесть этой выставки, и именно поэтому она и сочетается с уникальными произведениями 17-го, 16-го, 17-го, 18-го веков. Вы знаете, отвлекаясь немножко от музейной темы и переключаясь на тему художественного творчества, могу сказать, что далеко не все современные художники могут похвастаться таким уровнем работ, и можно с ними говорить вот и о видах Коломенского, и о каких-то других, так сказать, пейзажных вещах, о видах столицы, о нашей русской природе. Вообще мое глубокое убеждение, что художник прежде всего должен быть хорошим рисовальщиком. И когда какие-то измы, которые проповедует художник, на самом деле прикрывают некие профессиональные недостатки, а очень часто и прямое неумение рисовать, то можно рассуждать о достоинствах тех или иных течений и направлений, но можно и нужно говорить и о том, что художник не есть большой мастер. Вот здесь как раз тот самый случай, когда, как мне представляется, все посетители могут убедиться в обратном, что мы, серьезный музей, представляем очень серьезного мастера. И я рад, что наш творческий альянс образовался, и мы очень рассчитываем на продолжение наших творческих связей. Я еще раз хотел бы пожелать всем вам, дорогие друзья, ярких впечатлений от увиденного, а художнику, который, в общем, по возрасту, можно сказать, еще в начале творческого пути. У нас, понятно, до 70 лет все молодые художники, а после 70 уже мастера среднего поколения. Поэтому я хочу пожелать молодому художнику долгой и плодотворной творческой жизни. Семен, радуйте нас новыми работами, новыми видами Коломенского. Благо, почва для этого здесь у нас благодатная. В каждую пору она дает новые ощущения и впечатления. И дай вам Бог новых выставок, новых творческих открытий и благодарных зрителей. Спасибо. Позвольте предоставить слово куратору этого проекта Катерине Марковне Смашмаковой.
Вы знаете, когда я вот бродила по этому помещению с этими уникальными экспонатами нашего музея, я вообще плохо себе представляла, как здесь сделать экспозицию и как выдержать современное искусство соседства таких раритетов. И тут я вспомнила рассказ одного очень пожилого художника. Он мне рассказал, что когда они начинали свой творческий путь, и им предоставили на Кузнецком мосту зал для экспозиции, с одной стороны стояли работы Матвеева, а с другой стороны Конёнкова. Напротив была Смёркин и Кончаловский. И он мне сказал, говорит, ты знаешь, говорит, вот как хочешь, так и удержись. Я хочу сказать, что Семён удержался, и все замечательно. Я его с этим поздравляю. В этой выставке был выпущен большой каталог работ Семёна, и вступительную статью и кураторство этого каталога осуществляла Тамара Егоровна Цветнова, искусствовед, и я предоставляю ей слово. Добрый день. Ой, я очень рада этому событию, потому что действительно это событие не только для музейного сообщества и в то же время для самого художника. Я так понимаю, что это первая экспозиция в залах музея, любого первого музея, да? Ну, надеюсь, не последняя. Я Семёна знаю очень давно. Можно сказать, он родился у меня на руках. Вот, поэтому вся его и человеческая жизнь, и творческая, она проходила у меня на глазах. И могу смело сказать, что я сразу увидела в нем какой-то совершенно неимоверный, невероятный талант художника. Его детские рисунки были потрясающими. Он действительно получил прекрасное образование. Он учился в Краснопресненской школе художественной. Потом он закончил академический лицей. Затем он поступил в Академию живописи вояния и зодчества. И вы знаете, я просто с таким удовольствием и радостью смотрю на успехи моего подопечного, если можно так сказать. И, конечно, просто желаю ему всяческих дальнейших действительно успехов и продвижения на этом прекрасном, может быть, порой трудном пути. Но я хочу сказать конкретно об этой выставке. Действительно, вот гений места Коломенского, он как будто вот живет в этих небольших по размеру этюдных картинах. Каждый этюд – это законченная композиция со своим строем, со своей колористической гаммой, со своим ощущением, состоянием вот того, что художник пережил в тот момент, когда он творил. Я вспоминаю стихи советского поэта Николая Заболоцкого. Он сказал, что любите живопись поэта, ведь ей единственное дано души изменчивые приметы переносить на полотно. И я думаю, что вот душа Коломенского, она просто растворилась, она просто пропитала каждую небольшую работу, которая здесь представлена. И я знаю, что Семён пишет не только пейзажи, он действительно настолько разноплановый и разносторонний человек, личность, что он делает и исторические композиции, и портреты великолепные, натюрморты, жанровые композиции. Он вообще путешествует очень много, не только по России, в России очень много путешествует, но и за рубежом. И везде он привозит, отовсюду он привозит такие картины, которые сразу узнаваемы. И я что хочу сказать, что вот действительно здесь уже говорили, я об этом писала, что Семён принадлежит к плеяде молодых художников, он действительно еще очень молод, которые с честью продолжают традиции великого русского искусства, и в частности пейзажной живописи. Ведь недаром в 2008 году группа художников возродила такое содружество живописцев, как Союз русских художников, новое поколение. И Семён является членом этого коллектива. И вы знаете, действительно, то, что было чуть больше 100 лет назад, представлено публике, да, и очень мощно
общем, влилось в, вот, во всю культурную и художественную жизнь не только Москвы и Петербурга, но и всей России, оно продолжается сейчас, это движение. И я очень благодарна Семену, что он действительно несет с честью знамя нашего национального, отечественного искусства. И я могу сказать, что он патриот не только Москвы, не только Коломенского, но и вообще патриот России, потому что с такой любовью и с такой трепетностью он относится к тому, что он создает, что просто хочется поклониться тебе низко, Семен, и пожелать действительно всем нам удивительных встреч с великим, высоким искусством, которое действительно свидетельствует о том, что перед нами уже зрелый мастер, несмотря на такой юный возраст. Так что я хочу закончить словами такой латинской поговорки. Ars longa vita brevis. Жизнь коротка, а искусство вечно. И мы с вами являемся свидетельством вот той вечности, которая никогда не перестанет. И всегда будут художники рождаться, жить, работать, трудиться, творить, которые будут вот эту вечность привносить в нашу повседневную жизнь. Поэтому я еще раз хочу поздравить вас с этой великолепной выставкой и пожелать всем нам просто удачи, радости и счастья общения с искусством. И, наконец, виновник торжества, член Творческого союза российских художников Семен Кожин. Уважаемые гости, директор, от своего лица хотел поблагодарить вас за то, что вы нашли время прийти на открытие, уважаемые гости, и посетить мою выставку. Также хотел поблагодарить дирекцию музея в лице Сергея Ильича Худякова, директора музея Екатерину Марковну Шмакову, которая готовила и курировала экспозицию, а также замдиректора Татьяну Михайловну Енину за помощь в проведении выставки, а также спонсоров и поддержавших проект, которые продолжают лучшие традиции меценатства в России и за рубежом. Спасибо. Чтобы ваше пребывание в нашем музее приносило творческие плоды, новые картины, новые проекты совместные. Мы вам дарим вдохновение. Наши альбомы о Коломенском. Ну и в заключение я бы хотела с огромным удовольствием назвать партнеров этого проекта, те компании, тех людей, которые помогали Семену и нам создавать и каталог, и эту выставку. Это Дмитрий Андреевич Софиулин, Дмитрий Борисович Магнитов, пресс СА Жан-Поль Андреа Перья, также вице-президент этой же компании, глава IDPSC групп Леонид Иванович Тихомиров, генеральный директор группы компании «Эмком» Богдан Евгеньевич Нестор и Миша Станинский проект. Мы приглашаем вас еще раз осмотреть эту экспозицию и на небольшой защитный фуршет. Спасибо. Кино Thank you.
Ты же его не видела. Это все западные ручки, пейзажи, когда просто рядом с нашим художником стоит.